снимаем. Уважаемый товарищ министр, хочу прежде всего поздравить вас с недавно прошедшим праздником, великим праздником для вьетнамского народа, Днем независимости. Этот праздник вьетнамцы заслужили потом и кровью, они за него боролись, и это быстро развивающаяся, не только в Азии, но и в мире состоявшаяся страна. Между нами установились очень теплые дружеские отношения, и наша дружба с вьетнамским народом основана на тех героических страницах борьбы вьетнамского народа за свою независимость уже после Второй мировой войны. И мы много работали, наши соотечественники во Вьетнаме, помогали Вьетнаму и в войне, и после войны восстанавливать народное хозяйство. Мы и до сих пор придерживаемся такой же позиции. Недавно во Вьетнаме состоялось важное политическое мероприятие. У вас избран новый президент страны, генеральный секретарь Компартии. Я еще раз прошу вас передать ему самое теплое поздравление и приглашение посетить Беларусь в любое удобное для него время. Что касается развития международных отношений, то у нас и у Вьетнама взгляды похожие. Мы за многополярный мир, и хотим мы этого или нет, многополярный мир состоится. В этой связи, в сильно меняющемся мире, очень сложном мире, неоднозначном мире, вопросы безопасности выходят на первое место. И я очень надеюсь, что ваш визит в Беларусь будет способствовать укреплению наших отношений и в сфере безопасности. Уважаемый товарищ Кванг, вы хорошо знаете нашу политику. Мы, как и прежде, привержены очень добрым направлениям сотрудничества Беларуси с Вьетнамом. Все зависит от вьетнамской стороны. Мы будем настолько активны в наших отношениях, насколько это может себе позволить вьетнамское руководство. Я Александр Лукашенко. Глубоко уважаемый товарищ Лукашенко Александр, президент Республики Беларусь. Я хотел бы подтвердить, что нынешний визит делегации МОБА Вьетнама в Беларусь является стимулом, способствующим углублению дружеских отношений не только между двумя странами Беларуси и Вьетнама, но и между МОБом Вьетнама и силовыми органами Беларуси. Думаю, что этот визит очень значимый, особенно после назначения меня на должность министра общественной безопасности, и думаю, что оно носит стимулы характера для отношений между двумя ведомствами. Прежде всего, как вы там устроились в работе? Все-таки такая перемена работы в последние годы нелегко приходилось из абсолютно закрытой, тихой работы перейти на работу, самую трудную в администрации президента, а потом еще и палата представителей. Это такие крутые повороты в жизни, что любому человеку мало не покажется. Поэтому как работается, нормализовалась ли ситуация после выборов, палата представителей, как работает, все ли функционируют органы и системы. Ну, естественно, главный продукт – законотворческая деятельность, законодательная деятельность. Как здесь у нас дела обстоят, нужна ли какая-то помощь, поддержка? Потому что очень много же депутатов пришло первый раз избраны. И, естественно, опыта работы парламентской нет, есть ли здесь какие-то проблемы. А также в плане обеспечения работы, как работает совет, как работает структура, которая обеспечивает размещение, как живут депутаты. У нас же дом построен, да, где депутаты во время работы живут. Всем ли хватило места для проживания? Может быть, с хозяйственной точки зрения какие-то есть проблемы? И как вообще вы вот свежим глазом видите в будущем работу наших депутатов здесь, в центре, и на местах в том числе? Ну и очень важно сейчас
закрутить, раскрутить работу на международном уровне. Все-таки народная дипломатия, во главе которой должны идти депутаты, сейчас очень важна. И она дает свой эффект. Вы видите это и по работе наших сенаторов. Их, конечно, гораздо меньше. Я думаю, что в этом направлении надо действовать и Палате представителей. Товарищ президент, да, действительно, Палата представителей в обновленном составе работает уже фактически 5 месяцев. Все организационные вопросы, как вы и ставили задачи, решены. Я имею в виду те вопросы, которые связаны с обеспечением работы каждого депутата, начиная с его рабочего места, вопросы, связанные с проживанием. Все депутаты в достойных условиях сегодня живут и работают. Конечно, люди пришли новые. У нас из состава 7-го созыва было избрано 20 депутатов, 90 человек фактически новые, с разным опытом работы, с разным уровнем и юридической подготовки, и в целом с разными где-то подходами, но все они патриоты, работают на страну. На сегодняшний день в составе депутатского корпуса работают 73 мужчины, 37 женщин. 75 человек имеют опыт руководящей работы, руководителями, заместителями разного уровня, в том числе и руководство трудовыми коллективами. 10 депутатов имеют ученые степени и ученые звания. 70 депутатов представляют политические партии. То есть вот такой вот арифметический срез аналитически показывает, что избраны авторитетные люди, которые представляют свои регионы. В ходе доклада главе государства обсуждались вопросы организации работы Палаты представителей в новом составе по конкретным сферам, по конкретным направлениям. Это и законодательная деятельность, работа депутатов в избирательных округах, с населением, с избирателями, международная деятельность Палаты представителей. В третий вторник сентября, в этом году это 17 сентября, откроется вторая сессия Палаты представителей 8-го созыва. Я доложил главе государства о том, какие законопроекты, по каким блокам будут выноситься на рассмотрение. Законопроекты касаются уголовно-правовой сферы, касается сферы образования, вопросов социальной защиты, экономики, ну и ряд других вопросов, в том числе сферы обороны. Фактически вот в течение этой недели идет интенсивная работа в комиссиях по направлениям деятельности. И я уверен, что поэтапно в течение всего времени мы эти вопросы будем принимать с учетом, конечно же, мнения и экспертов, и мнение населения, избирателей, мнение научных, деловых кругов, ну, по каждому направлению деятельности. Это одно из направлений. Второе направление – это непосредственная работа наших депутатов в избирательных округах. По устоявшейся практике неделю в месяц депутаты работают в избирательном округе. Это работа достаточно интенсивна, это и прием граждан, участие в заседаниях районных и областных исполнительных комитетов. И бывая в округах, работая в округах, депутаты, конечно же, изучают общественное мнение по тем или иным вопросам, готовят свою оценку, свой срез общественного мнения на это. Глава государства сегодня уделил особое внимание, подчеркнув, что голос депутата – это информация, которая получается непосредственно с места, она, наверное, самая интересная, самая живая. Она позволяет делать определенные выводы, аналитику создавать, ну и учитывать в своей дальнейшей работе и в общественно-политической жизни, и в социально-экономической жизни страны. Люди приходят с разными вопросами и с разными темами. Эти вопросы наши депутаты обобщают, анализируют, докладывают, и соответствующее информационно-аналитическое управление, которое у нас есть, готовит аналитические документы с целью информирования и главы государства, и других должностных лиц для использования в конкретной практической работе. Немаловажное направление в нашей деятельности – это международная работа. Это работа на международных площадках. Создано 11 комиссий для взаимодействия с международными парламентскими делегациями, 42 группы дружбы по направлениям. Посредством участия в этих мероприятиях мы доносим позицию нашей страны, миролюбивый курс нашего государства. Говорим о том отрицательном эффекте, который несут сегодня санкции в отношении любого государства. Ну и посредством этих площадок мы приобретаем в конечном итоге, если не друзей, но во всяком случае своих сторонников. Продолжена работа в рамках парламентского собрания Беларуси и России, в рамках МПА СНГ,
парламентской ассамблеи ОДКБ. Развиваем контакты с парламентами стран Юго-Восточной Азии, Африки. Только вот в этом году активизированы контакты с парламентами Пакистана, Ирана, Египта, Индии и других стран. Международная деятельность направлена, конечно же, на поддержку всех тех инициатив, поддержку всех тех экономических договоренностей, которые реализуются в рамках межгосударственных договоренностей. Уважаемые товарищи, я думаю, что мы приведем череду подобных совещаний, которые будут связаны с главным событием следующего года – президентскими выборами. Думаю, что сегодня это такое первое совещание, где мы основные контуры должны определить нашей работы. Именно работы, не проведения самого мероприятия президентских выборов, а работы, может быть, некий план, потому что больше решения в таком составе мы принять не можем. Какие решения мы можем сегодня принять конкретные? Сегодня нет губернаторов, нет помощников по областям, представителей правительства. Что касается общих контуров, концепции, ну, наверное, мы сегодня можем это обсудить. Осень – время подводить итоги и выстраивать стратегию на будущий год. Поэтому самая главная наша задача – достойно завершить этот год и начать следующий год. От этого будут зависеть во многом результаты президентских выборов. Приоритет – работа с людьми, деятельность всех руководителей и регионов, и местной вертикали, и руководителей центрального звена. Мои подходы вы знаете – людей надо слушать, с людьми нужно разговаривать и должным образом реагировать на те вопросы, которые они ставят перед нами. Ну, хотелось бы знать, какие вопросы, во-первых, являются наиболее острыми на данный момент. Второе, кварезультативность работы с такими обращениями. Именно от этого зависит и авторитет каждого руководителя на местах руководителей и власти в целом. Понятно, что на первый план у человека всегда выходят повседневные жизненные заботы. Я уже об этом говорил. Кому-то хочется крышу починить, кому-то забор поставить, кому-то чего-то не хватает в магазине и так далее. Все надо сегодня изучать, сортировать. Это всегда надо делать. И понимать, что должны мы организовать, власть, а что должны сделать сами люди. Что важно, например, о ценах люди зачастую судят не по статистике, а по своему кошельку, о качестве образования, по общению с конкретным педагогом, об уровне медицины, по своей поликлинике, а о власти в государстве под действием отдельно взятого госслужащего, к которому они обращаются. Я намекаю на то, что все должны в этой связке работать. В целом мы на системном уровне выстроили работу с обращениями граждан. Она абсолютно... Эта система доступна для любого человека. В 2022 году мы провели большой семинар по актуализации форм и методов работы с населением и изложили, доработали директиву номер 2 в этой части. Я знаю, что в регионах очень активно работают наши депутаты, представители Совета Республики, общаются много с населением и помогают людям решать конкретные вопросы. В администрации президента новые нестандартные формы работы используются и так далее. Но надо не забывать, что наиважнейший вопрос – это работа и заработная плата. Что бы мы тут ни говорили, после этих приемов я наблюдаю, вижу, когда должностные лица, ну, практически то ли передо мной по телевизору, то ли еще, перед кем-то отчитываются, как важно они поработали и что приняли. Надо не забывать о главных вопросах. В противном случае все это останется разговорами. Еще есть один вопрос, который я не собираюсь обходить. Просто интернет и другие средства массовой информации абсолютно визжат каждый день. Поток, особенно в последние недели, всякого рода инсинуации, ажиотаж возникает вокруг этого вопроса. Это дата предстоящих выборов президента.
То ли американцы, то ли наши беглые даже назначили выборы уже, дату определили. Развили кучу конспирологических теорий на этот счет. Следующие выборы президента Беларуси, согласно Конституции, мы должны провести не позднее 20 июля. Да? Вот крайний срок 20 июля, до которого мы должны провести выборы. И надо очень вдумчиво отнестись к определению дня голосования. И периода, на который ляжет электоральная нагрузка, поскольку придется отвлечь людей, трудовые ресурсы в те комиссии, которые мы будем создавать. Необходимо сделать все, чтобы ничего не нарушило привычный ритм жизни страны. Я не говорю, что будет легко. Уже пытаются раскачивать ситуацию, обрушатся новые информационные потоки всякой грязи. Мы прекрасно видим, контролируем все, что происходит вокруг нас, за пределами нашей страны и внутри. Мы видим, что там главное для них – это получить гранты, деньги. На все им наплевать, даже на те вопросы, ради которых они, в общем-то, жить должны. Ну, возьмите вопросы так называемых политзаключенных. Ну, сколько раз сказано, у нас нет политических статей. И по политическим статьям мы никого не осудили, поскольку их нет просто. Нет политзаключенных. Ладно, но так вы боритесь за этих политзаключенных. И даже после того, когда принимались решения, а мы дважды, по-моему, уже публично, я не говорю частные, какие-то там единичные решения. Мы приняли решение по десятку, я принимал эти решения, по десяткам этих так называемых политзаключенных. Ну, радовались бы, поблагодарили как минимум. Нет, они озабочены тем, чтобы доказать самим себе и там, за границей, что они внесли огромный вклад и заставили диктатора принимать подобное решение. Никто меня, во-первых, заставить не может. Это исключено. Я часто говорю журналистам и другим, вы меня хорошо знаете. Я никогда по указке под давлением не принимал решения. Это были мои решения. Кто-то заболел, кто-то уже там на прогулки ходить не может. В отличие, как они тут бойко бродили по проспектам. Ну, всякое бывает в жизни. Ну, кто-то вообще уже опасности не представляет. Кто-то вообще одурел. Мозги повернулись у него. Он там вышел, чего-то пытался переворачивать на улицах Минска. Ну, всякое в жизни бывало. Таких людей мы увидели. Чего их там держать, кормить за государственный счет? Мы их отпустили. Они под полным контролем правоохранительных органов здесь. Так я говорю, нет, чтобы поблагодарить за то, что мы за них решили эту проблему. Нет, они не рады. Мы четко понимаем. Они не рады, что эти люди вышли. Почему не рады? Так им же американцы и другие говорят, ребята, а вы где были? Какой ваш вклад? А никакого, так тогда и денег нет. То есть вы правильно заметили, особенно журналисты, чем больше кто-то здесь будет находиться в местах не столь отдаленных, тем лучше для них. Ну так надо об этом и открыто им говорить. Но это их проблемы и их дела. Я просто хочу, как всегда, им посоветовать. Если они хотят перевернуть страну и участвовать в президентских выборах, доказывать свою правоту или еще что-то, им надо, приходите бороться на президентских выборах. Без улицы, без пулеметов, без автоматов и без санкций. Людям надо прийти и объяснить, почему вы так заботитесь о Беларуси и почему вы воюете против нее. Почему вы планируете вооруженное вторжение на территорию Беларуси. Надо, Иван Станиславович, это все рассказать людям. Рассказать, что они там планируют, и привести конкретные факты. А так мы обычно вот так в кучу все соберем и сидим над златом чахнем. Надо показать, пусть люди знают их позицию. У нас же куча материалов. Давай санкции, лохушки, латушки и прочее. Давайте санкции, давайте душить, хай яны подохнуть. У нас все это есть. Поэтому надо будет объясниться перед белорусами, почему они такую политику выстраивают накануне президентских выборов. Ну и второе, все гроши просят у Госдепартамента, там у поляков, у других, в Евросоюзе, дайте гроши
им вопрос, зачем? Мы будем у сродках массовой информации тут мочить Беларусь. И мы говорим, так вы же мочили. На это денег не будет, только на вооруженное действие на территории Беларуси. Но я уже говорил, мы ждем. Мы ждем, даже можете нас не предупреждать, откуда вы зайдете и куда. Мы это хорошо знаем. Вот надо перед народом будет встать и это объяснить. Если вы хотите, чтобы, ну, хоть как-то народ вас не то, что поддержал, а понимал, чего вы хотите. Поэтому мы готовы ко всему, но надо готовить наше общество, чтобы потом не ахали и не охали. Ай, что-то не так пошло, кто-то куда-то пошел. Эти выборы должны закончить формирование обновленной политической системы нашего государства. Многое уже сделано. Я имею в виду и Всебелорусское народное собрание, и подходы к нему. Но немало надо будет сделать до президентских выборов и в президентские выборы. Самое главное – выборы выборами. Мы их проводили не единожды, и эти проведем. Но надо готовиться по-настоящему к следующей пятилетке. С 26-го года начинается новая пятилетка. Поэтому мы должны, я полагаю, так в начале будущего года провести Всебелорусское народное собрание очередное. Мы должны представить людям стратегию на пятилетку и определить основные направления нашего развития. Хотел бы сегодня эти вопросы с вами обсудить и наметить конкретные шаги уже по подготовке и проведению основных мероприятий Всебелорусского народного собрания и президентские выборы. В общих чертах общие контуры. Еще раз подчеркну, потому что в таком составе мы решения без присутствия конкретных людей принимать не можем. Политические кампании еще далеко, как сказал президент, а работать нужно сейчас и не сбавлять оборотов. На самом деле, 2 года прошло изменение законодательства обращения с гражданами, обновленный наш закон, запущена электронная система, и президента интересовало, потому что так или иначе наша оппозиция беглая, вы видите, ежедневно вбрасывает бесконечное количество фейков, связанных с теми или иными сферами. Вот сейчас закончилась подготовка к новому учебному году. Была масса фейков, связанных со школьной формой, с нашими учебниками, с ценообразованием на учебное пособие. Начнется следующий цикл. Ну, мы как бы относимся к этому спокойно. И президент просто спрашивал, какие акценты сейчас вот вообще в информационной повестке и в контексте обращений граждан, которые поступают в администрацию президента, какие темы наиболее болезненные волнуют наше общество. Но здесь на самом деле мы не видим большого всплеска. Даже по отдельным регионам, как я сегодня проинформировал, у нас количество обращений граждан уменьшилось. Допустим, в городе Минске или в Гродно. Вот, да, есть небольшое увеличение в Витебске и Могилеве. Традиционно людей волнуют не какие-то большие там, глобальные политические вопросы, а конкретные бытовые социальные проблемы, связанные с тем местом, где он живет. 30% обращений уже много лет, эта цифра фактически не меняется, связаны с жилищно-коммунальным хозяйством. Большая доля обращений связана с дорогами, потому что люди слышат с экранов, что последние 2 года правительство значительно увеличило и перераспределило даже часть средств в рамках бюджетных ассигнований именно на дорожное строительство. Вот. И поэтому, конечно, всем хочется, чтобы эти планы были связаны с той местностью, где они живут. Но президент попросил более конкретно, более честно и прозрачно объяснить все-таки на примере конкретных районов, не в масштабах страны, что мы делаем там на республиканских трассах или каких-то больших дорогах, которые новые строятся, вот, а в связанных с ремонтом, может быть, в сельской местности, в агрогородках, в небольших городах. Вот чтобы эта дорожная тема, вроде бы, которая подается с положительной абсолютно стороны, но тем не менее в конкретных местах вызывает определенный резонанс. Тема занятости, тема заработных плат, она тоже муссируется очень сильно в интернете. Уровень доходов населения президент считает вообще самым ключевым параметром, как и уровень занятости. Но занятость сейчас на исторически минимальных значениях. Вот у нас наоборот не хватает рабочих рук в определенных сегментах экономики. То вопрос доходов, он должен, собственно, войти уже в прогнозные параметры пятилетки. И мы там ничего не превышаем, и никакой сенсации на самом деле тут нет. Объемы производства, объемы экспорта и уровень доходов. Вот. Мы, невзирая на санкционное давление, практически половина отраслей белорусской экономики
сегодня находится под теми или иными видами санкций. Тем не менее, все прогнозные параметры выполняем. И поэтому дальше, как уже развитие разговора, президент затронул тему подготовки будущей пятилетки. И, конечно, он на предстоящем Всебелорусском народном собрании какие-то контуры хотел бы обозначить, чтобы в течение 2025 года, уже непосредственно, когда начнется активная разработка программы развития страны до 2030 года, уже какие-то мы понимали, по каким направлениям мы будем двигаться. Главное, что подчеркнул президент, то, что политическая кампания 2025 года, предстоящие выборы президента, это завершающий этап той масштабной политической модернизации, которая была начата в стране в результате внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь. Вы знаете, что в соответствии с новым законодательством, конституционным законодательством, избраны обе палаты парламента, избраны депутаты местных советов, избраны делегаты Всебелорусского народного собрания, и это собрание начало работать как конституционный орган. Ну и, естественно, мы выходим на финишную прямую проведения выборов президента в 2025 году. В соответствии с законодательством эти выборы должны пройти не позднее 20 июля. Вместе с тем, понимая, что депутатский корпус принимает решения, в частности, Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь, мы после открытия сессии 17 сентября с депутатом проведем ряд консультаций. Не буду скрывать, называются, ну, будем так говорить, 4 даты возможного проведения выборов президента, но для того, чтобы их озвучивать, надо провести консультацию, ну и понятно, что решение будет принимать Палата представителей на своем заседании. Поэтому для нас это все понятно. ЦИК, в свою очередь, доложил, что мы готовы к любой из тех дат, которые озвучивались, провести выборы, потому что мы уже подготовили соответствующие методические рекомендации, подготовили соответствующую информационную базу для того, чтобы проводить. Сейчас отрабатываем визуальную концепцию возможного оформления к выборам участков, плакатов, там, ну, в общем, информационного того антуража, который мы обычно применяем к выборам. Обсуждали вопрос возможного приглашения международных наблюдателей. Опять же, затрагивали широкий спектр возможных организаций, которые могут быть приглашены, а не только традиционно. СНГ и ШОС, которые у нас традиционно присутствовали в единый день голосования. Поэтому идет плановая работа. ЦИК открыт для взаимодействия как со всеми субъектами, которые завязаны на избирательный процесс, а это не только система комиссии, это еще и органы местной власти, которые должны внимательно посмотреть, где размещаются участки, удобны ли они для подхода, для подъезда, какие там созданы условия, оборудование, соответственно, и так далее, и так далее. То есть вот эти вопросы тоже сегодня были в поле зрения главы государства. Дорогие друзья, как я всегда говорю перед началом любого совещания, почему собрались, зачем встретились? Я хочу, чтобы вы из первых уст услышали о нашей национальной политике, религиозной политике в предстоящие месяцы, годы, ну, может быть, и навсегда. Это зависит не от нас, это зависит от всех вас. Мне приходится часто встречаться с разными людьми, но с советских времен я не привык делить их по национальности. Для меня не важно, где кто родился. Я ценю в людях прежде всего порядочность, доброту, трудолюбие. Да и белорусы лишены чувства национального превосходства, так как знают, что значит бороться за свою культуру и веру. В нашем обществе нет разговоров о титульной нации. Нам чужд опыт деления по национальному признаку на граждан и не граждан, как у некоторых наших соседей. Идея народного единства пронизывает всю нашу историю. Здесь испокон веков находили приют люди, бежавшие от религиозных войн, междоусобиц, гонений. А в дни лихолетия они объединялись с местным населением, давали отпор врагу, побеждали и сообща строили свое белорусское счастье. Таков ключ к пониманию шифра жизни на нашей земле. Нашей с вами. Не случайно сегодняшняя встреча проходит канун самого молодого, но очень знакового государственного праздника – Дня народного единства.
Поддержание межнационального мира – один из приоритетов государственной политики, и что там греха таить, мы этим гордимся. Конституция нашей страны, вы это точно знаете, гарантирует иностранным гражданам и лицам без гражданства те же права и свободы, что и гражданам нашей страны. Каждый имеет право сохранять свою национальную принадлежность, а оскорбление национального достоинства преследуется по закону. На белорусской земле в мире и согласии, в духе добрососедства, трудятся, создают семьи, растят детей представители 156 национальностей. Здесь все они становятся нашими и даже моими, как я часто говорю, моими русскими, моими украинцами, моими поляками. Так было, так есть и так будет всегда. Более 600 лет назад к нам пришли евреи, гонимые, преследуемые в различных уголках мира. Тут они обрели возможность свободно, спокойно жить и вплоть до Великой Отечественной войны по численности уступали лишь коренному населению. Что говорить, белорусская земля стала колыбелью для трех президентов государства Израиль. Залман Шазар, Хаим Вайцман, Шимон Перес, помните эти фамилии. Одновременно с евреями на нашу землю пришли татары. Уникальный народ, храбрый, справедливый, воинственный. К нам он пришел с миром по приглашению местных князей, чтобы помочь защитить наши земли. Перековав мечи на Арала, татары внесли большой вклад в развитие материальной и духовной культуры Беларуси. И сегодня город Ивье, один из центров их компактного проживания, по праву славится своими успехами в экономической и духовной сферах. Успешно обустраивают здесь жизнь представители азербайджанского народа. Олимпийскими и мировыми достижениями нашу страну прославляли Командар Маджидов, Натик Багиров и многие другие. Эти фамилии вы все знаете, этих людей тоже. Важное место занимает армянская диаспора. Достаточно сказать, что одним из первых руководителей Белорусской Советской Социалистической Республики был армянин Александр Мясников. Мясникян, по-нашему Мяснику. Многонациональный Дагестан в Беларуси представлен 17 национальностями. Мы дали возможность начать новую мирную жизнь гражданам Афганистана, Палестины, где долгие годы не прекращались вооруженное противостояние и кровопролитие. Примеров, когда люди со всех уголков мира обретают в нашей стране вторую родину, не перечесть. Порой складывается впечатление, что приезжающие к нам народы оставляют взаимные распри, упреки и обиды на приграничных пунктах, как говорят в Беларуси, у порога хаты. Как еще объяснить, что здесь находят общий язык, живут в мире и согласие арабы и евреи, азербайджанцы и армяне, грузины и абхазцы? Объяснить я знаю чем, потому что все вы стали нашими, вы стали белорусами. Мы вместе празднуем День Победы и День Независимости, храним память о представителях всех национальностей, которые помогали нам освобождать, а затем восстанавливать разрушенные фашистами города и села. Эта память увековечена в названиях проспектов и улиц населенных пунктов. Имена героев присвоены паркам, скверам, учреждениям образования нашей страны. Мы абсолютно открыты и будем открыты для всех, кто приходит к нам с чистыми помыслами, с миром. Поэтому белорусам сложно понять, что движет европейскими элитами в их стремлении отгородиться и вновь выстроить железный занавес. Помните, в чем они нас постоянно упрекали в советские времена. Понимая, что это путь в никуда, в ответ мы предпринимаем для кого-то неожиданные, но естественные и понятные для нас шаги. Мы, наоборот, открываем границы и обращаемся к народам Европы напрямую. К счастью, они нас слышат. И самое интересное, что, приезжая к нам, эти люди становятся все большими патриотами-белорусами, чем мы сами порой. Дорогие друзья, у каждого из вас своя история, своя судьба. У кого-то, к сожалению, своя беда. Пройденные вами испытания, преодоленные трудности, победа над обстоятельствами – вызывают глубокое чувство уважения
и искренней симпатии. Я очень надеюсь, что на нашей земле вы и ваши семьи обрели мир и благополучие. И коль мы собрались в таком составе, хочу услышать вообще, как вам живется в Беларуси, есть ли какие-то проблемы. Может быть, системные проблемы, которые мы в будущем должны решить. Вы знаете, что Беларусь, говорят, маленькая, небольшая и прочее. Но поверьте, здесь места много. Мы можем прокормить вместе с вами еще такую же численность. Поэтому мы в будущем будем заинтересованы в том, чтобы ваши близкие, знакомые, родные, по духу люди приезжали к нам в Беларусь. Подчеркиваю, вы наши люди. Что касается меня как президента, я это не скрываю, никогда не было случая, чтобы вы где-то меня не поддержали или бросили в одиночку. Вы даже порой задаете тон нашим белорусам, и добрым, и хорошим людям, и те, кто сбежали. Вы для нас самая настоящая ценность. Поэтому таких, как вы, мы всегда ждем в Беларуси, готовы содействовать вам в вашей жизни. И если случилась беда, поверьте, мы сделаем все для того, чтобы вы... Но если ее не забыли, то каждое утро не просыпались с этой бедой. Спасибо вам за тот мир и покой, который вы дарите нам в Беларуси. Спасибо вам за тот патриотизм, который вы проявляете. Я абсолютно убежден, что вы так же, как и все белорусы, коренное население, цените и любите нашу землю, вашу землю. Благодарю вас, готов выслушать все ваши претензии, предложения, замечания. Поверьте, мы в состоянии их решить. Спасибо вам. Пожалуйста. Уважаемый Александр Григорьевич, огромная благодарность за сегодняшнюю встречу. Мы видим в средствах массовой информации неимоверно плотный график вашей работы, но, несмотря на это, вы нашли возможность сегодня встретиться с нами. Огромная честь находиться за одним столом с главой государства. Я с 2006 года являюсь председателем консультативного межэтнического совета при уполномоченном по делам религий и национальностей. От лица людей всех национальностей, проживающих в Республике Беларусь, хочу поблагодарить вас за то внимание, которое уделяет государство вопросам развития культур различных национальных общностей и сохранению межнационального мира и согласия. Одновременно я являюсь и председателем армянского общественного объединения «Хаястан Армения». В Беларуси живу 45 лет, 43 из которых я проработал в системе гражданской авиации. И могу по себе судить и говорить, что здесь к людям относятся не по национальной принадлежности, не по религиозным убеждениям, а по нашим деловым, профессиональным и, главное, человеческим качествам. Во время Великой Отечественной войны, во время освобождения Белоруссии, участвовало 4 фронта. Это Первый, Второй, Третий Белорусский фронт и Первый Прибалтийский во главе с Баграмяном Иваном Христофоровичем Баграмяном. И в связи с этим у нас просьба, возможно, год 80-летия Великой Победы одну из улиц города Минска назвать именем этого легендарного полководца. И еще, в 2026 году в городе Гродно пройдет финальная часть Республиканского фестиваля национальных культур. Это юбилейный 15-й фестиваль. Уже 30 лет мы проводим этот фестиваль в Республике Беларусь. И мы доросли до такого уровня, что нам сегодня не стыдно пригласить вас посетить
условно, наш фестиваль. Спасибо большое. Я послушаю вас внимательно. Я давно уже подумал о том, я погружен в этот фестиваль, когда-то его создавал, инициировал. Очень рад, что вы там на берегах Немана, в этом прекрасном городе Гродно, как все говорят, западном городе. Вы его делаете самым настоящим мировым городом, не западным и не восточным, а мировым городом. И внимательно наблюдаю, информирован о происшедшем, но в этот год такая занятость была определенная в это время, но я подумал, что мне надо уже обязательно побывать на этом фестивале. Поэтому вы вот точно угадали мои мысли, что касается великого Баграмяна. Нам надо рассмотреть этот вопрос в ближайшее время. Это великий человек для нас, для белорусов, точно. Но я еще подумал, слушая ваше выступление, о том, что неплохо было бы, если бы у нас, как и прежде, при всех недостатках и нюансах, строились добрые отношения с вашей второй родиной, с Арменией, или с первой, как вы ее называете. Но поверьте, нашей вины в этом абсолютно нет. Вот сегодня уже всем понятно, кто следит за политикой, почему нынешнее армянское руководство проводило и проводит такую политику. Они, почему я говорю сегодня, они приняли решение о проведении референдума в Армении по вступлению в Европейский Союз. Ясно, что это было давно, я предупреждал Никол Ваевича Пашиняна о том, что ему делать это нельзя, это было в закрытом режиме, начиная с Санкт-Петербурга, когда он только стал премьер-министром. Говорю, ты молодой человек, неопытный, у нас один такой есть на юге, вы знаете, не торопись, поработай, посмотри вокруг, осмотрись. Но, ну, вы знаете, с какими идеями он пришел к власти. И первые наскоки были на Беларусь. Ну, ясно, что целился он в нас, а пытался попасть в Россию. Мы с Путиным это прекрасно видели, понимали. И я Путину говорил, и он мне говорил о том, что нам не надо обострять отношения. Чтобы армянский народ не подумал, что мы против армян. И мы, как видите, мы никак не реагировали. Но сегодня уже понятно. Европейцы, прежде чем он туда вступит, от него еще и от руководства Армении потребуют что-то сделать. За европейцами стоят американцы. Без Америки ничего не делается сегодня там, на Западе. Поэтому вот взяли в оборот Армению. Но вы посмотрите в недавнее прошлое. С такого же. Все начиналось в Украине. Ну, Армения, знаете, в какой ситуации находится. Мы всячески старались помогать армянам. Мы сотрудничали как с самыми близкими людьми. Помогали всячески. И то, что случилось в Карабахе, это вина только руководства Армении. Только. Я их предупреждал лично, когда были все главы государств. Или молчали, или против. Отдай им эти территории. Тем более, что они же признавали, что это не наша территория. На тех территориях даже птицы не садились и не летали. То есть там людей не было. Никто не жил в такой благодатной атмосфере природной, где благодатная же земля. Люди не жили. Больше миллиона беженцев. Я их видел в Азербайджане. Надо смириться, надо помириться, надо по-дружески жить. Да, не наша эта земля, это азербайджанская. Но мы не отдадим, будем воевать. Зачем воевать? И вот это была моя линия. Я это в Ереване, чтобы не подумали, что я в Питере там сказал, в Ереване. Я в Ереване в закрытом режиме это сказал. Потом попросил Путина. Мы уже вдвоем начали просить Пашиняна, реши эту проблему. Нет, мы будем воевать. Довоевались. И потом, что сейчас обижаться на Россию или еще на нас? Что обижаться? Ты же сам Карабах признал, что это территория Азербайджана. Я с Алиевым дружен. Он мне говорит, мы думали, как Карабах, Арцах или как он называется, Арцах. Как нам, говорит, сделать так, чтобы мирно все было, чтобы армяне там жили. Жили, ну и пусть живут, говорит. А тут бах, на тебя заявление Пашиняна, что мы согласны на территориальную целостность Азербайджана и Карабах, это ваш. На кого обижаться? Кто тебя за язык тянул? Ну я говорю, ну похоже на нашего друга на юге. Ты же будь выдержанным человеком, ты руководишь древней цивилизацией, древней страной. Ну вот, видите, захотелось на Запад, в ЕС. Какой Запад?
Мы не против сотрудничества с Западом, с американцами, но вы же видите их политику. Завтра новое руководство придет в Америке к власти, даже старое новое, Камала Харрис там и так далее. Вы посмотрите, совсем другая будет политика. У них привычка такая. А вы кто? Мы вас не знаем. Как не знаете? Мы же с вами дружили, вы нам оружие поставляли. Нет, то это были не мы. Вот их политика. И я постоянно вашему руководству об этом говорил. Если, говорю, вы не понимаете это, так я уже древний человек политики. Я видел многое. Им верить нельзя. Ну потом, ладно, всякое бывает. Может, и надо им верить. Ну не теряйте то, что у вас есть. Ну вот у вас в руках эта синица. Ну не гоняйтесь пока за журавлем. Пускай эта синица у вас будет в руках. Не теряйте эту дружбу, это братство. Это единый рынок в экономике. Это взаимная помощь. Не теряйте это, потому что вы это потеряв, можете там не приобрести ничего. Вы что думаете, Армению ждут где-то? Ни нас, ни Армению, ни Украину, посмотрите, на наших глазах будет. Никто нигде не ждет. Каждый занят своими вопросами. И они хотят решить свои проблемы за счет других. Вот пусть украинцы с русскими воюют, убивают друг друга, нехай они подохнут у всех. Это их. Поэтому я не оправдываюсь перед вами, но чтобы вы понимали, что нашей вины в обострении отношений с руководством Армении абсолютно нет. Армяне умные люди. Армяне очень умные люди, они не потерпят ненормальной политики, которая не соответствует менталитету армянского народа. В ближайшее время они разберутся, где их счастье. Поэтому вы на это даже внимания не обращайте. Это никак не повлияет на наши отношения к вам, людям, живущим на территории Беларуси. Абсолютно. Вы для нас... Слушайте, вы для меня уже не армяне. Вы для меня белорусы. Вы наши люди, вы наши граждане. И потому что вы люди, приехавшие с Армении, с других мест, из России, там, с регионов. Вы даже для меня, в силу того, что вы сорвались, судьба у вас такая, и приехали к нам, многое ведь не от счастья приехали. Мы должны вас принять в семью и обогреть, и сделать все для того, чтобы вы могли работать и зарабатывать на свою семью. Но учитывая, что приехавшие это люди все 100% умницы, грамотные, умеющие ценить свои семьи, рожать детей, а желательно еще, чтобы это была смесь азербайджанцы, там, армяне с белорусскими женщинами, то это вообще красавец. Девчонки – это красавицы, мужики – это умные люди. Это, я искренне говорю, это мое твердое убеждение. Посмотрите на такие вот совместные семьи. Там такие дети. Приезжайте побольше, пусть семьи приезжают. Работы и земли для всех хватит. Уважаемый Александр Григорьевич, вы очень часто говорите и подчеркиваете, в какое непростое время мы живем. Непростое, но очень четко показывающее, кто и каким воздухом сегодня дышит. Я, конечно, не могу говорить за всех, но подавляющее большинство белорусских поляков дышит воздухом родной Беларуси. Мы, белорусские поляки, граждане Республики Беларусь. Живем и трудимся по законам нашей страны. Государство очень много делает для того, чтобы люди различных национальностей здесь жили спокойно и комфортно. И вы не раз это подчеркиваете, и не только подчеркиваете, мы на многочисленных примерах это видим. Общаясь с жителями по обе стороны границы, очень четко понимаю, что простые люди ждут скорейшей нормализации отношений между странами. Уважаемый Александр Григорьевич, позвольте поинтересоваться, идут ли на контакт польские власти по предложениям белорусской стороны в части урегулирования существующих отношений? Спасибо. Не буду говорить о наших отношениях с руководством Польши. Я не хочу сказать, что со всеми поляками в Польше у нас блестящие отношения, но 99% поляков понимают,
нашу политику и, уверен, поддерживают ее. Поэтому я не буду характеризовать, вы все видите. Наша политика не агрессивна по отношению к Польше. Мы не стараемся навязать свою политику, не стараемся воевать с Польшей. Мы прекрасно понимаем, что в этой войне погибнут миллионы и никто не выиграет. И она нам не нужна, нам надо мир и покой. Вы, наверное, в этом убеждены. Белорусам больше ничего не надо. К сожалению, Польшу пытаются нынешние руководители, да и прошлое, сделать марионеткой Соединенных Штатов Америки. Ну зачем 5% валового внутреннего продукта, миллиарды долларов, полякам сегодня тратить на закупку оружия? Кто собирается нападать на Польшу? Ну а нам? Что нам от поляков нужно? Нам ничего не нужно. Что нужно полякам от нас? Ну понятно. Надо опять Западная Беларусь, Западная Украина туда. Кто-то еще вот этими амбициями страдает. Послушайте, это абсолютно тоже невозможно. Вы тоже это понимаете. Это невозможно. Покорить Беларусь никому не удастся. У нас достаточно друзей. Да и мы не лыком шиты. Тем более на этой территории, как у нас раньше говорили, военно в болотисто-лесистой местности. Ну невозможно здесь воевать, это положишь тучу, миллионы людей погибнут. На что они больше всего внимания сейчас обращают? Первый вопрос – мигранты. Я 1000 раз об этом говорил. Мы же нормально сотрудничали и по вопросам миграции. Все вопросы не только с поляками, но с Евросоюзом решили. Мы будем вам помогать, мы будем. Но если идут к вам и к немцам люди, а мы вам помогаем – ну так вы вложитесь в это. И они согласились. Они помогали нам финансово строить здесь центры для содержания этих мигрантов, которые туда рвались. Они же не к нам шли, к ним. Но мы даже согласились, мы будем строить эти центры, коли они через нас к вам шли. Вы нам вернули, мы их разместили в центре. Но это тоже люди. Люди, бегущие в основном от войны. Они должны иметь человеческие условия. Договорились с европейцами. Начали сотрудничать. Потом поляки, руководство Польши и Евросоюз ввели против нас санкции. И вы слышали, я открыто сказал, все, никакого сотрудничества и здесь не будет. Мы вас защищать не будем, мы их защищали от этого наплыва. Почему мы должны защищать вас с петлей на шее? Вы слышали мои эти высказывания? В чем я не прав? Сейчас они нам предъявляют претензии какие-то. Абсолютно необоснованно, я даже на них внимания не обращаю. Вторая претензия, не их дело, как минимум, вызволение политзневоленных. Каких политзневоленных? Каких политзаключенных? Ну вы же видели, что творилось в спокойной, тихой Беларуси в 2020 году. Мы кому что-то плохо сделали, но мы справились. И после этого начали с вами, с белорусами, более активно работать. Чтобы этого не допустить, чтобы здесь был мир и покой. Только это, больше ничего нас не интересует. Какие политзаключенные? У нас статей таких нет. И потом, ну ваше какое дело? Вы там, в Польше, разберитесь. У вас там, боже мой, сколько проблем. Права человека. Какие права человека? Вы убиваете людей? Слушайте, в наглую убивают этих мигрантов, которые через забор перелезли, подкоп там организовали, они их убили и нам через границу выбросили. Или полумертвых, или мертвых. Мы их лечим за свой счет, мы их спасаем, этих людей. Какие права человека? Какие претензии вы к нам предъявляете, если вы лишаете главного права людей – жить? Почобут, почобут, почобут. Слушайте, хорошо, забирайте. А он говорит, я туда не поеду. Я туда не поеду, мне не надо. А они и не хотят его забирать. Просто это стало политической, разменной монетой. И когда мы им говорим, забирайте, нам не надо. А этот говорит, я туда не поеду. Ну вы это уже, наверное, знаете. Это уже прозвучало и из уст поляков. Вы видите, что используют любой повод для того, чтобы обострить отношения. И полякам это не надо, и руководству Польши это не надо, нынешним. Они это понимают, но дядя Сэм заставляет. Американцам надо, чтобы здесь, в Европе, была война.
тогда они будут в фаворе. Для американцев Европа – это конкурент. Высокотехнологичная Европа. Они производят «Мерседесы», грубо говоря, не хуже, чем у них там «Форды». У них своя валюта евро появилась. Они готовы были отстегнуться от доллара. Это не надо. 600 миллионов человек Евросоюз. Это не надо американцам. И вот они толкают, толкают. Польша стала марионеткой. У нас нормальное отношение к ним, нормальная политика. Мы им предлагаем нормальную жизнь. Давайте сотрудничать. Там уже в бешенство пришли бизнесмены польские. Они же не в России, не тем более в Беларуси не могут уже работать. Их просто сюда не пускают. Они спрашивают руководство Польши, зачем вы это делаете? Мы же там деньги зарабатывали. Зарабатывая деньги, привозили в Польшу. У нас были нормальные отношения. Они себя уже не только в ногу выстрелили, даже в голову. Вот их политика. Ну, я понимаю, что не может быть одна сторона только виновата, а другая нет. Поэтому я и свое правительство, и публично говорю, не надо ссориться с поляками. Может, мы где-то что-то недоработали. Давайте будем с ними по-хорошему, давайте будем делать шаги навстречу. Нет, они там крутят, вертят. Вот китайцы Лукашенко заставили, чтобы он смягчил политику в отношении Польши. С Китаем мы не обсуждали даже эти темы. Никогда Си Цзиньпин, зная меня, никогда не скажет, что ты там с Польшей что-то сделай. Китайцы умные, руководители и люди из спецслужбы, они знают, в чем причина. Но главное, вот я вам клянусь, мы никогда эту тему с Китаем не обсуждали. И то, что туда меньше идут сегодня беженцев, как они вчера заявили, в два раза меньше. Ну, слушайте, ну что собачиться все время с ними? Я уже говорю, ну ладно, давайте предупреждать. Афганцев, это же афганцы, иракцы и сирийцы бегут. Даже с Африки люди через нас пытаются в Германию пройти, даже не в Польшу. Поляки на этом руководство зарабатывали деньги, коррупция там процветала. И сейчас точно так. Я говорю, ладно, давайте поработаем с сирийцами, с афганцами. Вот недавно встречался госсекретарь, обсуждали вопрос. Предупредите их, чтобы не ехали сюда и не шли в эту Европу. Ну, убьют просто. То есть мы начали за них, мы начали работать там. В Афганистане, там, где людям тяжело. Поэтому стало меньше людей на границу идти. Построили забор. Предупреждал, да не делайте, это глупость в современном мире. Чтобы преодолеть забор, мы информацию эту имеем, мигранту надо 4 минуты. Зачем построили, миллионы долларов вложили, разворовали половину. Вот надо что полякам довести. Время нас рассудит. Мне перед нашими поляками, перед вами абсолютно не стыдно. Мы готовы хоть завтра нормализовать с ними отношения. Зачем закрыли погранпереходы? Ну, поляки к нам, поляки с Польши, наши поляки туда, ведь там по-живому граница проходила. На могилки ходили, сейчас на могилу нельзя попасть. Если поляк, наш поляк, занимает какую-то конструктивную позицию, он Польше враг. Почему? Я уже не хочу в детали в эти вникать, поэтому вам не должно быть стыдно за ту политику, которую мы проводим в отношении Польши. Мы хотим, чтобы было тихо, спокойно здесь и в Польше. Если, не дай бог, что-нибудь случится в Польше, как в Украине, нам легко не будет. Но они должны понимать, что нас на колени поставят нас. Невозможно. Это пустое дело, это потратит деньги, а не дай бог погубит людей. Невозможно поставить. Мы больше внимания сегодня, откровенно вам скажу, обращаем на границу с Польшей, нежели с Украиной. Хотя там идет война, а в Польше вроде бы нет. И мы укрепили границу, естественно, мы создали опорные пункты. Вы видели, я под Брестом был на одном из этих пунктов. Удаление от границы на высотах, удобное для военных. Мы создали и вторую границу фактически. Ну, если там взять этот опорный пункт, то ты положишь там тысячи-тысячи воинов. Зачем? Кому это надо? Но мы вынуждены защищаться. Тем более у нас есть
Все для того, чтобы защитить свою страну. И колебаться для защиты своей Беларуси. Вы меня знаете, характер мой, я ни на мгновение, ни линий никаких рисовать не будем. Не дай Бог только ступят в нашу землю. Уважают только сильных. Поэтому слабости этой быть не должно. А с поляками, ну же наши люди, же славяне. Слушайте, мы вон с Дагестана люди приехали, с Азербайджана. Не христиане, мусульмане. Мы с ними дружим. Я преклоняюсь перед ними. Это настоящие бойцы. Нам надо у них учиться, как религию поддерживать и защищать. Вы мои поляки, наши поляки. Я знаю, первые выборы, когда в альтернативу у меня были два поляка фактически. Вы же меня поддержали тогда. А то, что я вам пообещал на встречах, я с Гродно начинал свою агитацию, я все сделал. Вы тогда ставили передо мной вопрос, помогите нам, чтобы наши, это первое меня что удивило, чтобы наши поляки могли пойти на территорию Польши на могилу к родственникам. Это меня удивило. Я встречаюсь с Позняком и Шушкевичем, ну что вы за поляки такие? Вы же пропольские люди. Вы до сих пор не можете решить этот вопрос. Я как старый пограничник открыл границу, пункты пропуска. Идите, это нормально. Костел вот душит-то. Не надо душить костел. Зачем? Мы что, лучше сделаем для мира? Нет. Пускай идут люди, кто в костел, кто в церковь, кто в мечеть, кто в синагогу. Это каждого право. Это же дело совести, внутренних убеждений. То есть те проблемы, которые вы тогда поставили перед совсем сопливым кандидатом в президенты, я стал президентом, я решил. И те взрослые поляки это помнят. Время, надо время, терпение. Ни в коем случае здесь нельзя наступать и размахивать оружием. Ни в коем случае. Так что вы не извиняйтесь перед руководством Польши за нашу политику. Мы проводим разумную, сдержанную политику. Мяч на их стороне. Мы готовы настолько глубоко с ними сотрудничать, насколько они к этому готовы. Уважаемый Александр Григорьевич, великий исторический путь, я как историк могу это утверждать, связывает белорусов и украинцев, пройден совместно белорусами и украинцами, и это дает все основания утверждать, что это единство, это свершившийся факт, и это единство не может быть разрушено. Как же можно оправдать коварные намерения натянуть колючую проволоку между сердцами белорусов и украинцев, которых связывает многовековая история, языковое родство, ежедневная житейская практика и особенно память о Великой Отечественной войне. Мы сегодня призываем все мировые правительства прекратить конфликты, не допустить взращивания идеи человека ненавистничества, прекратить гонения на людей по языковому признаку, по расовой принадлежности, по национальному признаку. Сегодня мы собрались в этом зале, представители единой семьи, представители нашей любимой многоликой Беларуси, и мы должны стать, и я надеюсь, что мы уже стали, наглядным примером и образцом для всех государств планеты. Мы вместе, плечом к плечу, трудимся, созидаем. Мы разные, но мы едины. Мы единая семья нашей Беларуси. Спасибо. Ну, говорить про Украину мне какой смысл? Уже столько сказано. Да. Я никогда не прятал, может, прапрапрадедов своих корней между Черниговым и Киевом. Это не я эту историю поднял, это Виктор Ющенко, будучи еще президентом. Какие у вас, у нас там в Украине не были президенты, мы со всеми с ними дружили. Я однажды сказал, как собачонка бегал в трудные времена между Россией и Украиной, чтобы только было все нормально. Поэтому я никогда не прятал того, что где-то, возможно, там зарыты мои корни. То, что происходит в Украине, печально. Причину вы знаете. Надо было как-то постараться решить этот вопрос спокойно. Но согласитесь, вот так по-человечески. Ну, живем рядом, помогали всегда.
подешевле нам продавали энергоресурсы и так далее. Хотя одним из инициаторов распада единой державы было руководство Украины, Кравчук. Это было на моих глазах. Зачем? Зачем было рушить страну? Конечно, Ельцин там в России, в Кремле, эта заваруха начиналась. Но мы, у вас Кравчук, у нас Шушкевич, мы же ведь просто вот руки потирали. Только вот независимость от России оторваться и прочее. И я помню, Ельцин был президентом, я уже стал президентом, хотя и был молодой, у меня с ним очень были тесные дружеские отношения, мы с ним были на «ты». И как-то он разозлится по-русски, говорю, Борис, надо взять вину на себя. Союз развалили, надо помогать пока, пока мы на ноги не станем. Если ты за то, чтобы были независимые государства и так далее. И они помогали. И помогали вот накануне 2014 года. Газ, я помню, для Украины был дороже, чем для Беларуси, но половину от мировой цены. Всегда держали ниже энергоресурсы. Рынок был в России и ваш, и наш. Кому надо ваши самолеты эти? Где они, эти самолеты? Я помню, Путин еще пришел к власти, он просил украинцев, давайте мы этот завод будем развивать, Мрию там, Ан, по-моему, эти большегрузные самолеты. Они ему пообещали во времена Кучмы и кинули эту Россию. Вот, встречаясь с западниками, они начинают, да вот Россия такая-сякая. Американцы, я говорю, вам один вопрос. Вы граничите с кем? Ну, с Канадой, Мексикой. Ну, ладно, Канада – это фактически ваша большая область, Мексика. На границе с Мексикой в каком-то здании согнали американцев и сожгли, как в Одессе сделали отдельная часть украинских националистов. Как бы мы стерли с лица эту Мексику. Так а что вы Россию за это осуждаете? В России все поднялись, надо защитить русских, надо ответить. Ну и много-много причин. В Минске собрались, вот за этим столом. Оказывается, собрались, чтобы обмануть Россию. Но они сейчас так говорят на Западе. Все это фигня. Никто тогда не собирался, чтобы кого-то обмануть. Все рассчитывали, что вопрос будет решен. Это уже сейчас модно, поэтому они так заявляют, врут. И Меркель это, и Оланд, который француз приезжал. Все они серьезными намерениями приезжали. Нормально договорились. Так они же похерили, они же не стали решать эти вопросы по договоренностям, украинцы. И этим гордились. Ну, Зеленскому, ну, пацан, ему досталась эта власть с огромными проблемами. Ну, так ты их решай, ты же обещал решать. Так он до войны довел. Поэтому, ну да, можно нас обвинять. Ну, а вы? В первый день, когда началось столкновение, я рассказывал. Главное, что я ему... Он там начал кричать, махать руками и так далее. Володя, ну успокойся, послушай. Война идет на чьей территории? У тебя идет война. Поэтому и спрос будет украинского народа, прежде всего, с тебя. А потом, говорю, с Россией. Он, вот они напали и прочее. Я говорю, ну что, говорите о том, почему напали? Ну, могу тебе объяснить. Ну, не в этом дело. Надо остановиться. Надо прекратить войну. Что вы предлагаете? Я говорю, давай присылай делегацию, встретимся здесь, я позвоню Путину. Он своих людей пришлет, сядем за стол переговоров. Сели, уговорил. Так, слушайте, россияне приехали в Гомеле, сидят, а украинцы их шантажируют. Приедем, не приедем, приедем, не приедем. А россияне мне говорят, нет, Александр, мы уезжаем. Чем будем кланяться? Подождите, мужики, к вечеру, с утра должны к вечеру приехать. 200 километров ехать, к вечеру приехали. И начался шантаж. Как-то договорились. Вторую, третью встречу хотим не в Гомеле, а где-нибудь там на Западе. Хорошо, в Пуще встретились. Хотим в Стамбул. Путин мне звонит, ну вот так вот. Я говорю, слушай, неважно где, лишь бы был диалог. В Стамбул, едьте в Стамбул. Поехали в Стамбул. Документ, вот он у меня до сих пор в сейфе, прописали, вышли уже на вопросы, которые надо решать. Украине, которые надо решать России. Еще не договор, но уже то готовы были стрелять друг друга в Гомеле, а тут уже как-то вот за к четвертой встрече вышли на то, что вот Путин ссылается в Стамбуле. Это еще не договор, но уже
вычленили вопросы, которые надо решить. И Путин сейчас говорит, ну мы же в Стамбуле договорились, если вести дальше переговоры, ну давайте возьмем этот документ, ну это правильно, давайте не подпишем, а отсюда начнем, с учетом реалий. Все же изменилось же многое. Давайте отбросим сейчас, кто прав, кто виноват. Зеленский часто, сейчас уже молчат, но раньше. Вот, в России помогаете, меня обвиняют. Я говорю, да, мы помогаем России, это наш союзник. Украине помогают 50 государств мира, 50. А России помогает одна Беларусь, потому что мы юридически и фактически это должны делать. А Украина что? Она же раньше Запада увела против нас санкции. Ну зачем вы по надуманным причинам закрыли небо для нашей авиации? Зачем для наших гражданских самолетов, что мы в Турцию, люди, которые там хотят погреться у моря, они летят вокруг до Каспийского моря, потом в Стамбул и так далее. Зачем вы это сделали? Вы арестовали наши несколько тысяч вагонов с минеральными удобрениями, до сих пор не вернули. Потом дальше 75 большегрузов наших фур арестовали. 3 человека убили, на куски порезали. Проводили операцию, чтобы тела достать, отдать родственникам. Дальше вы помните, я говорил, верните нам людей, которых вы захватили. Не вернете, я буду проводить специальную операцию. Притом жестко, с оружием. Не вернули, мы провели операцию. Ни одного украинца не убили, не ранили. Мы забрали своих людей, помните, на границе жены встречали мужей и так далее. Вы зачем это делаете? Мы же вам не чужие люди. А почему? Надо было по команде американцев разжечь крупный пожар. Пожар такой, в 2020 году они нас не наклонили. НАТО войска сюда не увели. А как дальше? Они видят, что мы не уступим. Если цветная революция или что, мы защитим страну. А как? А надо подойти под Смоленск. Все это ж против России было нацелено. Мы это понимали. Поэтому мы вели себя аккуратно, осторожно. Но украинцы побежали впереди паровоза по команде американцев. Они начали обострять с нами отношения. Они рассчитывали, что я тоже начну втягиваться в войну. Им счастье было бы сейчас, если бы Беларусь вступила в эту войну. Но на сегодняшний день... Насколько это возможно, я делаю все для того, чтобы закончить это. Не дай бог сменится власть для Украины, не дай бог Америки. Они скажут, мы вас не знаем. Я и Володе Зеленскому об этом говорил. Говорю, Володя, придут новые люди в Евросоюзе, и там проблем будет много. Многое изменится. Они о тебе забудут. Я с Путиным долго на эту тему говорил. Он мне говорит, передай ему, я готов. Договоримся, и потом мне говорят, послушай, передай, ты что, Порошенко был, я и помогу восстановить. Вот этот Донбасс, где, помните, Дебальцево там, вот первые-первые только стычки были. Я помогу восстановить, я деньги дам, и газ, и нефть, у нас это хватит. Я побежал, как собачонка, к ним, позвал Порошенко на Припять, мы с ним встретились, говорю, вот это, Зеленскому об этом говорил, нет. А почему? Не дураки ж. Американцы толкали. Им надо за наш счет решить проблему с Россией, а потом с Китаем разобраться. Они за счет этого живут. Если они не решат вопрос с нами, Россией, Китаем, с Ираном сейчас уже и прочее, они богатыми не будут. Они уже печатать свою валюту так не смогут. Новая валюта появится. Вон уже цифровой рубль появляется, еще чего-то. Они уже увидели в мире, что значит Америка с их долларом. Говорят, если они в ядерной державе золотовалютные резервы забрали, вы знаете, 300 с лишним миллиардов, которые были размещены за пределами России, такой был порядок. Так говорят, с нами так разговаривать никто не будет. То есть мир сейчас пришел в такое шевеление, мир настолько нестабилен, что ни я, ни вы не можете предсказать, что будет завтра. Поэтому надо успокоиться. Нашими руками нас будут убивать. Это и делают. Поэтому надо остановиться. Нам втягиваться в эту бойню не надо, потому что будет нелегко. Хоть кому-то это очень-очень нужно. Нужно выдержать, нужно вытерпеть.
Главное, чтобы наши люди понимали, что это не просто сейчас. Вот такая вот обстановка и ситуация. Но это не касается ни армян, ни азербайджанцев, ни дагестанцев, ни поляков, других украинцев. Это наш дом с вами. Это наш дом. Вы у нас последний кусок не забираете. Вы трудяги, вы работаете на себя. А работать есть где. Даже не хватает порой рабочих рук. А среди вас и врачи, и учителя, ну и самое главное, патриоты. Патриоты, я своим белорусам часто привожу вас в пример. Вот, смотрите, люди приехали, а более патриотичные, чем другие. Спасибо огромное, мы заговорились, вы сорвали мне практически рабочий день, но я рад, что с вами встретился. Привозите сюда своих детей, внуков, знакомых, но только тех, кто хочет жить и работать. Работать. Работу мы найдем. Какую? Ну уж, как получится. Но нам нужны сегодня все. Где вы сможете работать, нам нужны эти люди. Мы готовы их здесь принять. Я знаю у одного моего знакомого, агрария, до этой войны работало много украинцев в Западной Украине. Такие трудолюбивые люди. Сейчас их не пускают. Они уже взрослые, они воевать уже не будут. Не старики, но уже взрослые. Они не пускают сюда. Зови их сюда. Они тебе, твое хозяйство там большое, но они быстро его поднимут. Очень трудолюбивые люди. У нас вот бегут же от войны многие. И вот спецслужба, Александрович, ну как, что я говорю? Вот бежит семья. Даже не проверяйте, забирайте. Если он же с детьми сюда бежит, какой он агент? Ну, остальных, ну, будем контролировать до поры до времени. С Украины особенно. Мы украинцев с большим удовольствием принимаем, не глядя на то, что война и прочее. И еще ни одна семья, ни один украинец нас не подвел. Я помню, в 2014 году, или в начале 2015-го, ко мне брещане приехали, докладывают: Александр Ильич, ну, посмотрите, нашим работать, говорит, работы нет. А тут вот медсестры, врачи, учителя с Украины. Я говорю, закройте глаза. Трудоустроим мы и своих, и чужих. И мы их принимали, и я указ первый подписал. Они еще гражданами не были, а равные условия для них. В школу, в детский сад, все как нашим. Аж бесплатно, аж за наш бюджет. И мы принимали людей с большим удовольствием. Ну, это кому-то не надо было там. Но наша политика в этом плане неизменна. Тем более, есть что поесть, есть где работать, заработать. Человек, который хочет заработать в Беларуси, это благо. Находимся на перекрестке всех путей. Как я говорил, машину едет там какой-то олигарх российский или богатый поляк в обратную сторону. Машину иди помой, получишь деньги. Ну, так, образно говоря. Здесь есть много мест, где можно заработать. Ну, надо шевелиться. Но я знаю, что даже в отличие от наших белорусов, вы в этом отношении люди подвижные, вы себе на хлеб зарабатываете. Спасибо вам огромное. Вы сказали, что мы должны сфотографироваться. Да? Спасибо. Александр Григорьевич, Беларусь – это территория мира. Мир – это самое дорогое, что мы ценим, что мы должны беречь. Мир нашему дому, мир нашим соседям, мир нашим странам и всем мир. И хотим преподнести вам рушник, где слово «мир» вышито на 26 языках. Спасибо. И еще, Александр Григорьевич, шоколадное панно. Можно употреблять? Сейчас, да, можно. Сейчас можно? Хорошо. С контурами Белоруссии и с голубем мира. Спасибо. На 20 языках. 26. 26. Спасибо. Спасибо. Это во дворе независимости. Спасибо. Спасибо. Пойдем? Вы же гости.
Спасибо. Проходите, не стесняйтесь. После вас, Александр. Проходите. Спасибо. 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 Всего доброго. Буду называть вас по-нашему, господин генеральный секретарь. Хочу вас поблагодарить за то, что вы нашли время приехать в Беларусь и познакомиться с современной Беларусью сегодняшнего дня. Ваш визит еще важен потому, что волею судеб, может быть, как вы говорите, от Аллаха это все идет, мы оказались в одной лодке и абсолютно не сожалеем об этом. Нас пытаются оболгать в средствах массовой информации. Мы это понимаем, мы люди опытные, идет информационное противоборство, может быть, даже с элементами информационных войн. Тем не менее, мы и санкции, и прочее давление пока выдерживаем. И иранский народ совсем недавно пережил большое несчастье, погиб ваш президент. Но вы мужественно прошли этот период, вы избрали нового президента. Я вас поздравляю с этим и хочу, чтобы вы передали вашему президенту, что мы ждем его в Беларусь. Я вас очень прошу, чтобы, передавая мои пожелания, поздравления нынешнему новому президенту, я бы очень хотел, чтобы вы не забыли передать мои самые теплые приветствия духовному лидеру Ирана, господину Хаменеи. Мы очень давние друзья и хорошо знакомы с ним, притом много-много лет. Передайте ему самое теплое поздравление и здоровье. Во время, господин секретарь, острой военно-политической обстановки на Ближнем Востоке, у границ Беларуси, в этом европейском регионе, а вы серьезно втянуты в конфликт на Ближнем Востоке, нам не просто консультации нужны, нам нужны совместные действия с вашей страной. Мы движемся к многополярному миру. Это будет очень непростой путь. И к нашему счастью, и в Иране, и в других странах это хорошо понимают. Очень серьезно набирают обороты такие организации, новые организации, как БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества, членами полноправными, которые мы недавно стали. И я хочу в этой связи поблагодарить Иран за ту колоссальную поддержку, которую вы нам оказали при вступлении в ШОС. В этой сложной ситуации противостояния на первый план выдвигаются вопросы безопасности. Но согласитесь, что безопасность будет тогда эффективной, когда работает экономика, когда между странами торгово-экономические отношения очень серьезные и динамично развивающиеся. Мы видим постоянный прирост торговли между двумя странами, и самое главное, нам не допустить замедления в торгово-экономических отношениях, потому что это основа, это фундамент наших действий, наших взаимоотношений. Я еще раз подчеркиваю, мы ждем вашего президента, и если вы примете решение о визите президента Ирана в Беларусь, нам надо очень серьезно подготовиться к этому визиту по всем направлениям. И экономика, и торгово-экономические отношения, и безопасность, и военно-техническое сотрудничество. Запрещенных тем, как я понимаю, между нами нет. Главное, господин секретарь, я хочу, чтобы вы понимали, Беларусь всегда была надежным партнером Ирана, и мы готовы достойно пройти свой путь. Саляму алейкум ва рахматуллах.
Я очень рад встречаться с вами. Я изучил историю о ваших встречах с иранскими руководствами в ходе вашего визита в Иран, и когда наши делегации посетили вашу страну, а также ваша встреча с духовным лидером Ирана и какие рекомендации после этой встречи духовный лидер дал иранским руководствам. А сейчас позвольте мне передать вам теплый привет от духовного лидера Ирана, а также нынешнего президента Ирана. Также хотели бы выразить свою благодарность за участие вашей делегации на церемонии инаугурации нового президента и также по посланию соболезнования по случаю смерти нашего президента. Иран и Беларусь всегда были друзьями, их отношения уже близки к союзническому отношению. Уважаемый президент, в ходе этой встречи подчеркивали необходимость продолжения и наращивания этих отношений, и мы увидели его серьезное намерение резко развивать наши отношения. Увидев такое серьезное намерение у многоуважаемого президента, мы убедились, что наши отношения с Беларусью в будущем очень резко повысятся.